Цвет настроения синий. В Челябинске празднуют День ВДВ. Голубые береты уже собрались на площади Революции. После торжественного построения сотни десантников прошли до Вечного огня. Там они почтили павших товарищей. Челябинские десантники отмечают долгожданный праздник с размахом. Мужчины приезжают вместе с сослуживцами и семьями. Маленькие десантники еще в колясках и с сосками, но уже в тельняшках. Как думаете, будет ваш сын продолжать вашу стезю, так сказать? Думаем, да. У него такой характер вообще. Прям для службы в воздушно-десантных войсках. Уже сейчас по всему городу можно наблюдать машины с флагами ВДВ. Голубые береты сигналят, приветствуют и поздравляют сослуживцев. Я служил в этих войсках. И это буду дорожить всегда до конца жизни. Воздушно-десантные войска считаются элитой российской армии. День ВДВ для них самый важный праздник. Это великий праздник для меня. Очень великий праздник. Воздушно-десантные войска – день рождения даже не тот праздник. После официальной части боевое братство отправилось праздновать. Под сопровождение патриотических песен бывшие армейцы разошлись по городским паркам. На этот случай чиновники предусмотрительно отключили в центре города все фонтаны.